Marvel versus Capcom Clash of Superheroes. Плюс в чат, если ты хочешь, чтобы я прочитал на японском. Также известно, как просто Marvel versus Capcom. Третья игра по лицензии Marvel Comics в жанре файтинга, разработанная Capcom, выпущена на аркадных аппаратах системы CPS-2 в 98 году. Является третьей игрой в серии, следующей за Marvel Super Heroes vs. Street Fighter и X-Men vs. Street Fighter. Ну, имеется в виду, это серия кроссовера Capcom и Marvel. Вот. В целом, боевая система аналогична той, что используется в предыдущих кроссоверах. Игра использует шестикнопочную раскладку. Игрок выбирает команду из двух бойцов. Все это как и было в предыдущих играх. Ясно, понятно. В то же время, в отличие от других игр серии, вместо неограниченного возможности вызова второго бойца для поддержки, в игру введена возможность вызова стороннего персонажа, который случайно выбирается на отдельном экране до начала боя. Такой персонаж может вызван быть на поле боя ограниченное количество раз для атаки соперника. При этом игрок может параллельно атаковать. Вот. Также с помощью специального кода можно самому выбрать персонажа-помощника. На этом весь прекрасный лор в этой прекрасной игре закончился. Не знаю. Этого, в принципе, будет достаточно. Да? Разработчик Capcom. Издатели Capcom и Virgin Interactive. Серия Marvel vs. Capcom. Даты выпуска на аркадных аппаратах 98 год, на Dreamcast 99-й 2000-й по регионам. И на PlayStation игра выходила на первую, 99-м, 2000-м также. Жанр файтинг, возрастной рейтинг Т. Для подростков, для тинейджеров. Почему-то в создателях числятся только композиторы, не знаю, Юка Такехара и Масата Кода. Платформы, аркадные автоматы, Dreamcast, PlayStation и как часть Xbox Live Arcade она выходила и в PlayStation Network. Позже. Очень сильно позже. Режим игры для одного, для двоих, носитель CD-ROM, GD-ROM для Dreamcast, CD-ROM для PlayStation. Аркадная платформа CPS-2. Вот и весь лор. Спасибо. Эта игра мне дорога сердцу. Как обычно, потому что... Она у меня была. Когда мне было лет 15, может быть, меньше. Не знаю. Обложечка. Обложечка. Гамбит выглядывает, вон, смотри. Человек-паук здесь есть, Рю, понятно. Чан Ли, я так понимаю. Кто-то еще? Вот это вот что-то белое, я не помню, кто это не Страйдер, нет, это кто-то другой. Ну, короче, сейчас в игре разберемся, кто здесь есть. Это внутренняя часть обложки. Типа под диском. Такая хрень была. С Человеком-пауком и Мегаменом. Так выглядит задняя часть. Интересно, что на моей версии, что перед такой же, что и зад в таком же стиле. То есть, те, кто портировал эту игру, вмонтировал в эту игру русский язык, где-то взяли... У них какие-то хорошие фотошоперы были, судя по всему. Бои лучших команд тысячелетия. Да? Ну да. Представьте бой. Спайдермен против Мегамена. Невероятно? А кто победит в схватке Страйдера с Капитаном Америка? Удивительно. Фантастический аркадный хит номер один теперь и на Dreamcast. Участвуйте в самых безумных боях между вашими любимыми персонажами Capcom и персонажами Marvel Super Heroes. Почему-то Marvel Super Heroes написано. Персонажами
и супергероями из вселенной Марвел, наверное, вот так будет лучше сказать-то, да? Скриншоты абсолютно те же самые здесь. Прям достоверная обложка, я что-то в шоке немного. Вроде и текст тот же, да? Да. Играть легендарными персонажами вселенных Capcom и Marvel. Да? Да, вроде то же самое. Одновременная командная игра для 4 игроков. Ну, в целом, здесь это говорится, да. Я в шоке. Я в шоке. Я даже и не думал, что наша обложка будет настолько похожа на вот эту обложку. Оригинальную. Такое редко делают. А я понял, что они сделали, блядь. Они взяли... Да? Они взяли вот эту переднюю обложку, обесцветили ее и сзади картинку поставили. Интересно. 100% аркады. Ну, в смысле, это Arcade Perfect. То есть аутентично аркадной версии игры. Молниеносная графика, плавная анимация. Ну, в целом, да. В целом, да. Еще персонажи написаны. Капитан Америка, Капитан Команд, Чан Ли, Гамбит, Халк, Джин, Мегамен, Морриган, Рю, Спайдермен, Страйдер Хирю, Веном, War Machine, Вулверин, Зангиев и другие. Окей. Это обложка, кстати, от RGR Studio. Ну, по крайней мере, тут так написано. RGR Studio. Вот. Хотите, диск покажу? И насколько горячо любим был этот диск, смотри. Я так понимаю, он был очень любим. Просто сиреневый диск с надписью Марвел. И крышка, блядь, отваливается. Да, ну я тебе говорю, я его никогда не проходил в детстве. Ну, я в основном его взял, мы играли как бы, ну, с друзьями друг против друга, потому что было весело. Вот. Что тут по этим написано? 1 до 4 игроков, стандартный контроллер, поддержка аркадного стика, поддержка ВМУ, поддержка вибрации, рейтинг, да, тин, анимационное насилие. Окей. Есть вроде бы еще обложка японская, да? Да, есть. Но она, я приготовься просто. Почему нельзя было сделать так на всех обложках? Дело в минимализме, да? То есть, ну, делать большой логотип и чуть-чуть персонажей. Либо маленький логотип и дохуя персонажей, которых все узнают. Блять, маркетинг сразу видно, у кого лучше, блять. Ты такой, о, здесь вот этот есть, о, здесь вот этот есть, надо брать. Ты посмотри, кто тут есть. Мобой выглядывает с заднего плана. Артурчик, Артурчик. Так, Псайлок вижу, да? Этот, вот этот, как его зовут? Я забыл. Джиггернаут, Колосс, спасибо. Веномчик есть, Халк, Артур, и, так понимаю, вот этот Страйдер Хирю, наверное, да? Капитан Команда, а, нет, вот Страйдер Хирю, а это кто? Я не помню. Это тоже не знаю кто, к сожалению. Рю, Чен Ли, Капитан Америка, Росомах Небритый, War Machine, вот Джубили, ясно. Циклоп, Человек-паук, Гамбит. Подожди, Капитан Команда. Э-э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 
Я что-то запутался. Их двое? Их двое. Мегамен. А почему их двое-то? Сверху и снизу один и тот же, одно и то же лицо нарисовано. Только в разных костюмах. Ну ладно. Мегамен. Я так понимаю, это Ролл, да? Судя по костюму. На чем сакцентирует свое внимание? На густой шевелюре Зангиева или на Морриган? Я даже не знаю. Здесь есть и то, и то. Есть Морриган, есть Зангиев. Его это пушистая грудь. А еще кто-то вот там выглядывает справа, не пойму, кто это. Ну, короче, эта обложка в разы получше, я думаю, будет. Пускай здесь минималистично нарисован логотип игры. Но тут, в принципе, все понятно. То, что те, кто смотрит в одну сторону, это одна команда. Типа Marvel, а с другой стороны, все в другую сторону смотрят, это Capcom. Тут все логично, блядь. Непонятно, почему вот так сделано. То есть, типа, это Капитан Америка на Рю смотрит, а посередине них стоит Чун-Ли. Я не знаю, почему она так стоит. Непонятно. Да-да, ладно. Так, сзади обложка выглядит, все понятно, на японском. Versus Fighting написано по-английски. Я прям туда смотрел, я прям был там. Окей. Скриншотики. Это вот у нас как раз дополнительная атака нарисована, вроде бы так она выглядит. Да, я понимаю, мыльно все. Ну, старые обложки, что поделать. Выбор экрана персонажа. Акадо 100%. Да. То, что было написано на другой обложке. Так, 1 до 4 игроков. Карт памяти 5 блоков требует. Чё это? Аркадный... Чё, сутик, да? Стик аркадный, поддержка. Вегабокс, чё не было сказано, кстати. Не было. Вегабокс поддерживает, то есть в высоком разрешении игра. Вот эта строчка ЕХЗ, чё значит? Непонятный символ и чё-то ещё. Чё это? Ас... Ас... Иску... Чё? Я не шарю. Вот такая вот, короче, обложка. Пойдем играть. Я PAL-версию взял. Тут есть поддержка 60-герцовых дисплеев. Во времена Dreamcast это уже стало нормой. Практически. Здесь на PS1 этого всего еще не было. Или было в более поздних, может быть, играх. На Dreamcast уже это, ну, в PAL-версиях была поддержка. Так что можно это смело тыкать, и все будет ок. И тут начался Resident. Publisher Virgin. Что с ВМУ боксом происходит? Почему он такой большой? О, да. Let's go crazy! А чё, оно включилось по умолчанию, что разрешение высокое или чё? Я просто смотрю, у меня ВМУ какой-то странный. Так, скорость игры можно увеличивать. Давай чуть больше сделаем, на троечку. Ну, поехали. Ты дрофн.
Let's go! Так, режим мод Select, это, короче, не сложность игры, это сложность импутов. То есть, типа, вручную и easy. Ну, то есть, если вручную ты выбираешь, тебе нужно сделать движение, типа, назад, вниз, вперед и XY, чтобы сделать коронку. А на изи ты можешь просто нажать XY и будет коронка. Вот. Скорость турбо. Давай. Зангиев! Теледрю! Ра! Принцесса Бараш вернулась! Кто кого ударил-то? Игра как-то тут то тихая, то громкая, хуй пойми. О, нет! Так, а как это поменять? Можно? А, можно. Блищ! Ладно, я помню эту девочку. У Некрайта в игре она есть. У-ху-ху, блядь. А как ее... Как ее вызвать? Ау. Нет! Нет, сука! Я так хорошо... Чё он сказал? Победа? Колоссус. Ну здесь видишь, какая громкая музыка, жесть. И здесь тоже. Ну как в бой входишь, сразу звук становится супер тихим. Принцесса Бараш. Хорош. Джубили, иди нахер! Сам иди в такую, да? Оба! Максимум спайдер! Сика! Хорош, хорош! Принцесса Гараж победила. Рэп-бэм! Я позорвался, привет, Гангвейч. Так, Чун-Ли здесь в штанах, я смотрю. Чё там казахский?
О, Морриган! Морриган, я готов к тебе проиграть. Чтобы только посмотреть на твой титульный экран. Как суппорт их доставать? Кто-нибудь помнит? На-ка. На какую кнопку надо нажимать, чтобы суппорт вышел? А то у меня их 5 было. Пи-пи-пиу. Ру-ру-рум. Доктор Уайли на заднем плане. Я пытаюсь вспомнить. Да что я, блядь, не жму не те кнопки. Да, блядь, Страйдер, сука. Ты нахер. Вау. О, чё ты сделал? У-у-у, бомбануло! Сука, ты прям знал, да, что я это сделаю? Козёл, блядь. Сика, нет, нет! Козёл, блядь. Пиздец, Веном жёсткий. Фух. Нифига, он там это, маску снимает, да? Верхнюю часть Венома. Окей, окей. Давай посмотрим вместо пацанов, других пацанов. Come on, mon ami. Кто тебя, блядь, озвучивал? Кристофер Ламберт? Что-то гамбит прям супер медленный. Фантастик! Хуба!
Да, блядь, ты чё, охуел? На-ка, блядь. Фу. Кто любит гамбита, присучат. Да-да-да. Джин какой-то. А какого еще надо любить? Бля. Да ну делай, пожалуйста. Хорош. О! Ай, ну как! Мелковат. Ебать, алё, ты чё, блядь? Сука. Сука. Ладно, окей. Нахуй иди. Royal Flash, блядь. Артур, блядь. Да Артур, блядь, сделай что-нибудь за его. Суки, ебаные. Достали, блядь. Изимод управления стоило поставить, сразу победил, блядь. Там голый мужик сзади. А, я вспомнил. War Machine же топовый. Вернее, не War Machine, кто там? Iron Man. У кого-то из них этот. У кого-то из них... Да, дай ты, блядь, мне сказать, ты ёпта не нахер. У кого-то из них этот, как его? Лазер, короче, на весь экран. Oh.
Ебо, модель стоит у шкафа. На заднем плане. Просто модель. О боже, этот компашка мне сейчас развалит. Чуть было? Домой. Нет! Блок же держал! Сика. Сика. Ставлено-то. Я опять выбрал нормал. Сейчас опять разнесут меня. Что геймпад здесь не очень. Да, конечно. Я блок держу. Я блок держу. Заруб, наконец. Фух, Симон Шири. Монами. Так, двое осталось. Ножи резика не добавили. Это игра 99 года. Кого ты добавлять будешь? Это сейчас все, блядь, влюблены в этих персонажей, а тогда чё? Плюс. Мне, честно говоря, всегда это казалось странной идеей. Добавлять Джилл и Криса как играбельных персонажей в файтинге, когда они, блядь, с огнестрелом бегают только. Danger.
Да ёпту мать, ты чё? Да перед этим челом вообще прыгать нельзя. Да, алло. Труп. Нет, не труп. А вот я труп. А может и нет. Ха! Пьюз. Да ну ты где-то нахуй. Так, окей. Да. Нет, сука. Нет. Блять, он может это закончить в любой момент, я знаю, блядь, Котофей. Фу, блядь. А почему Росомаха? Они до этого делали X-Men против Street Fighter. Росомаха уже не впервой здесь. Хоба! Я тебе говорю, он знает. Он знает, он считывает инпуты. Я чё был-то? Найс! Я, кажется, нашёл, как хуйня делается. Нойс! Nice. И здесь есть и Шторм, и Джина Грей. Ты просто невнимательный. Last Boss от Флот. Который будет меня сейчас наказывать очень сильно. Ах ты, сак, пёс! Да хорош! Вот писа. Да, ну да, конечно, ты, блядь, мне еще встать дашь, да? Это только первая фаза. У меня уже одного персонажа нет. Не, вторую часть тоже есть босс. Правда, не помню какой. Level
No one is Я блок держал, блять, ёбаная игра. Нахуй иди. Профессор Ксавьер Гигача просто. Чё такой здоровый там? Дамс, конечно. Пропускал день ног, поэтому сверху такой здоровый. Прям как я. Ой, да какая-то эти боссы, блять, в этих играх. Не, ну игра-то клёвая. Ничего не скажешь, особенно друг против друга. То, что я помню, мы супер долго залипали в неё. Чуть ли не каждый день после школы. Ну, вот эти вот... Вот эта вот аркада, которая здесь великолепная, нахуй её вертел. Почему нельзя было просто взять и, ну, пофиксить для домашних консолей ИИ хотя бы в играх хоть чуть-чуть, блядь. Нет, Capcom так не делает. Capcom, блядь, сделал уже игру, и всё, блядь. Домашняя, не домашняя, конечно, мне похую вообще. Пускай игроки также просто сидят и бесятся. Как в аркаде бесились. Только теперь за бесплатно, да? Диск купил, сиди бесись. Кошмар. Но игра в целом толп. Да. На этом.